Разбитый корабль был частью операции Империи по клонированию. Империя клонировала Зилос? Да. И нет. Распоряжение пришло прямо от Верховного Канцлера. До того, как он стал Императором. Что ему нужно? Из генетического материала существа можно сделать оружие. В руках правильного ученого. Куда они везли его? Неизвестно. На корабле не было указано место назначения. Охотник, здесь намного больше, чем мы думали. Из того, что я получил, я предполагаю, что Империя не уничтожала города на Камино, чтобы прекратить клонирование. Они просто хотели контролировать его. Отправь данные Эхо и Рексу. Пусть попробуют что-то выяснить.